Так что мы можем в ГЭТ СССР погулять, правильно? Я думаю, да. А у нас чей фотограф? А я просто пришел, я ребята обычно фотографируют. Кого? Не коммерческие обычно. Кого? Вот, кто здесь обычно играет, я прихожу. Нет, никого выбрались-то нет, я просто подряд. То есть. Ну, фотограф. Ну да. Просто любитель? Ну, как бы да. Но я просто в Лиге хочу снимать в этом году, поэтому. Что? В Лиге? Нет, как бы футбольный. Я хотел вас попросить. Конечно, без проблем. Дали группу, да. Даже описание вас сделаю. Хорошо, а группа у вас. Стритбол. Это событие, это нельзя подчеркнуть. На это событие мы сюда подчеркнули. Да, я думаю, там, наверное, есть, да? Да, есть. Хорошо, обязательно перейти. Ну, где-нибудь, наверное, там, через день-два вот так вот. Ну, хорошо, это, в принципе, как бы не горит пока. Хорошо, говори. Потому что они тут меня снимают, и что? Не сработает, я понял. Ну, не знаю, я догадался. Там, на танк.